В Красноярске масса магазинов со средним чеком ниже некуда. И традиционно считается, что качество товаров там не очень высокое. Дела решили провести эксперимент. Мы дали Надежде Сергеенковой 3000 рублей, чтобы подобрать качественный гардероб на осень. Смотрим, что из этого получилось. Редакция мне выдала 3000 рублей и, кажется, поставила нереальную задачу собрать осенний гардероб, чтобы было тепленько, ну и хотелось бы красивенько. Я выбрала 3 магазина с самым демократичным чеком, но эксперимент он на то эксперимент. Будем пробовать. Магазин номер 1. Хочется юбку. Тут реально можно потеряться. Для мужчин, для женщин, для детей, вечерние платья, лифчики, извините. Все есть, серебряный пуховичок. Но мне не хватает, потому что стоит он 3000, а у меня всего 3000. Тепленько, тепленько. Хочется еще яркенько. Когда тебя отправляют на шопинг по работе, магазин номер 2. Поехали. Может быть, шляпу? 1790. У них нету здесь подешевле. Это лучше ли так? Это стильнее. Это модняви. Модняви. Пальтишко. Сейчас будет волшебное преображение. Если серьезно, мне не хватило на пальто. Тут не получилось, зато красота. Все. После того, как мне не хватило, просто нужно искать народные цены. Вот здесь их обещают. Я пошла. Ты же спортивный стиль. Да. Ё-моё. 2900 дорого. Дорого. 1600 рублей. И Шанель ваша. Это костюм кабачка. Шапка на самом деле прикольная. Кто знает, у меня настоящий это бренд или в народном магазине я взяла. На самом деле на рюкзак мне не хватает. Я поняла, что реально собрать осенний образ за 3000 рублей. Почему-то в этом наряде хочется сделать вот так. Ты кто такой вообще, с какого района, а? Иди сюда.